Всем привет! Меня зовут Алла Кичиджан. Вы на канале «Как завести роман с английским». И сегодня мы разбираем вторую часть видео, от которого все плачут. Your son is mentally ill. We cannot teach him at our school together with other children. That is why we recommend teaching him yourself at home. И что же было написано на самом деле в том письме, которое мама начала со слов «Ваш сын гений». Your son is mentally ill. Ваш сын душевно болен. We cannot teach him at school with other children. Мы не можем учить его в школе вместе с другими детьми. That's why we recommend teaching him yourself at home. Поэтому мы советуем вам учить его дома. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это очень важно, чтобы ваши друзья, знакомые, соседи, коллеги смогли доучить английский и начать пользоваться им. Для этого нужно понимать, как устроен английский изнутри, и, конечно, практиковать. Это можно начать в любой день. Ссылки в описании. Нас легко можно найти в группе на Фейсбуке «Английский с чистого листа». До завтра!